Так, да, вот. Видите, ну что-то такое интересное, зона там отдыха какая-то. Проводили мероприятие в день молодежи здесь. Ну, молодежь собрали, интересно, концертная площадка вот здесь была. Вот, на... Прогулочная зона, зелень должна быть вот в этой части, на палубе, так скажем. С этим берегоукреплением нам уже, ну, наверное, ничего не сделать. Наверное. А ничего с ним не нужно делать? Наверное, надо сделать спуски к воде. Тоже. Хочется сделать, чтобы удобно всем было. И мамам с колясками, пройтись, чтобы там на роликах можно было кататься, там, не знаю, хоть на что, хоть на велосипедах, без разницы. Проблема большая вот с жителями, вот вы как фокус-группа, то есть можете к вам обращаться. То есть то, что сейчас делается, это делается во благо людям. То есть даже береги укрепления, не стоит то, что это досталось, но это правильно. То есть это все хорошо будет, люди будут довольны, но их нужно информировать. Вот эта вот зеленая полоса, то есть она не будет красивым газоном, это будет непонятно нечто, нам нужно все-таки будет мостить, то есть от здания от мостки до берега укрепления, то есть это будет большая широкая улица. Про одностороннее движение, все отлично. И мы деревья будем делать, то есть в небольшой зеленой зоне, то есть, и причем грунт будет ниже, то есть это все грязь, не будет растекаться. То есть это важно, то есть деревья это штучный товар, высокие, хорошие, укрепленные, то есть что важно, то есть по деревьям. И также, то есть, и по сути вот все идеи, что мы заложим вот в этом первом куске, его нужно максимально хорошо реализовать. Мы будем транслировать на всю остальную набережную.